Разъясню сразу. Чтобы вы не запутались. Отныне делами отца буду заниматься я. У меня четкое сообщение тем, у кого в голове возникли вопросы. И тем, кто не воспримет меня всерьез в этом кресле. Как известно, у моего отца много врагов. Его враги. Мои враги. Его фамилия, моя фамилия. С сегодняшнего дня. И друзья, и враги будут иметь дело со мной. И я не позволю разрушить компанию, которую мой отец создавал годами. Не позволю уничтожить мою семью. Кстати, Кузгунджи-Биджи, я не буду заниматься с тобой отправкой зерна. Что еще? Если дело в подставной фирме, то я быстро решу этот вопрос, не проблема. Но сейчас... Для меня важно продолжить путь с тем, кому я доверяю. Это будет Али. Конечно же, если ты не против, Бора. Мы с тобой думаем одинаково. Что это с вами? Говорите о каком-то доверии. Если кто-то услышит, то подумает, что ваши дела построены не на страхе, а на доверии. Может быть, до меня так и было. Но я не буду работать в страхе. Поэтому будет хорошо, если некоторые понятия изменятся. Прости, я перебью. Я вынужден это сказать, дела. Извини. Ты не заслуживаешь быть среди нас. Скажу вкратце. Если здесь было казино, то ты был бы всего лишь крупье. Какие золотые слова. Напомни, как-нибудь набью себе татуировку. Послушай, дела. Госпожа, дела. Дела так не ведутся. Ты неопытна в этом деле. Я тебе расскажу, что выучил. Прошу. В этом деле участвуешь не только ты и твой отец. Есть уровни и повыше. Те, кто сидят наверху. Ты села в это кресло, показывая, что оно не пустует. Но чтобы заняться перевозкой, ты должна получить разрешение. Ты получила разрешение у Бихрама Адивара? Думаю, получу. Я не буду вести с тобой эти дела. Но Бихрам Адивар хочет, чтобы ты работала со мной. Как быть? Тогда ему придется сделать выбор. Какой еще выбор? Бихрам Адивар сделает выбор. Если он хочет, чтобы я сидела за тем столом, то тот, кто будет сидеть передо мной, будешь не ты. Допустили.
Не подавай виду домашним, аккуратно разберитесь с этим. Быстро! Что происходит? Бихрам Адевар послал нам сообщение. Кто? Вы сможете выйти из моего мира только всей семьей, с любовью. Когда я зашла в котельную, механизм уже работал, брат. Значит, кто-то наблюдал за мной. Ждал, чтобы я зашла внутрь, получила послание, осознала угрозу. Потом, наверное, отключил бомбу дистанционно. Большой босс пытается нас напугать. Меня. Он оставил сообщение мне. Ты хочешь, чтобы я уехала? Но, видимо, босс этого не хочет. Чего хочет от меня этот Бихрам? Послушай, дела. 20 лет папа, дядя Шереф и еще двое были четверкой за столом Бихрама Адевара, ясно? И мы 20 лет через нашу компанию перевозим наркотики, контрабанду и оружие. Мы всегда зарабатывали деньги таким образом. Как понимаешь, мы вынуждены делать все, что говорят сверху. Теперь стол разрушен. Дядя Шереф умер, папа в тюрьме. Конечно же, Бихрам Адевар не хочет, чтобы его система ломалась. Хочет, чтобы она продолжала работать. Папа был абсолютно прав. Они не шутят. Нельзя взять и просто так выйти из этого мира. Конечно, нельзя. Наша компания 20 лет перевозит эти товары. Бихрам Адевар хочет сказать, если и дальше не будете перевозить, то умрете. Кто такой этот Бихрам? Тот, кто на самом верху? Он даже выше, чем стол, за которым сидит папа. Его никто не видел. Он никому не показывается, он ни с кем не общается. Только вот так вот. Я с ума сойду. Я сойду с ума, Али. Дела, тебе кое-что принесли. Ты уверена? Может, принесли мне, а не Деле? Курьер сказал передать госпоже Деле. Как это? Что это значит? Ты получаешь разрешение у Бихрама Адевара. То есть ты кандидат. Выбрали не меня, а тебя. Короче говоря, Бихрам Адевар хочет, чтобы вместо папы за стол села ты. Что ты будешь делать? Чего бы сейчас от меня не хотели? Все равно конец сводится к этому дому. Папа говорил, что если его не будет на свободе, то нас всех убьют. И если Бихрам выбрал меня, я соглашусь. И я защищу нашу семью. Тебя. Всех нас, брат. И если для этого требуется продолжить дела папы, я сделаю это. Во что бы то ни стало. Ты играешь с мячом, который потеряешь. Я совсем не разбираюсь в футболе. Ты еще не успела насладиться моим проигрышем. Если в футболе не разбираешься, то в этом все понимаешь. Но ведь матч еще не закончился, а? Чтобы сказать тебе это, мне не нужно разбираться в футболе. Интересно. Дела. Кузгун. Не нужно идти против меня. Почему? У тебя настроение испортится?
Я тебе говорил, не надо принимать участие в этой войне. Сказал, чтобы ты ушла. Так? Ты не сможешь помешать мне. Если ты всем будешь указывать, что им делать, и я буду это исполнять, то не смогу насладиться своей жизнью. Не так ли? Тебе не кажется это странным? Я вижу, ты развлекаешься. Mm-mm. И еще не начала. Вот ты говоришь о войне. А разве война бывает такой? Ты хочешь уничтожить мою семью, а я говорю, что не позволю. Ни за что. Ты хочешь отомстить, а я говорю, что не допущу. Я не хотела верить, что ты можешь быть таким человеком. Думала, это гнев. Думала, это твое право. Рано или поздно пройдет. Но сейчас я абсолютно уверена в том, какой ты человек. Поэтому обстоятельства изменились. Если хочешь мстить, прошу, вперед. Это гнев, гнев. Была бы месть, человек бы не остановился. Верно говоришь. Человек и правда не может стоять на месте. Я вдохновляюсь от своего врага. Ты не помешаешь мне заниматься перевозками. Я не буду это делать с тобой. Ты будешь заниматься этим со мной. И за стол сядешь со мной. Счастливо оставаться. Кузгунджи-биджи. Ты меня спросил. Теперь я спрашиваю. Ты получил разрешение от Бихрама Адывара? Потому что, насколько я помню, ты был человеком моего отца. И я так и думала. Надеюсь, я не пожалею, что доверилась тебе. Джихан, поезжай на склад, я приеду через пару часов. Слушаю, Сельджук. Госпожа Дила, вас вызывают в коллегию адвокатов для первичной оценки жалобы, поступившей для прекращения вашей адвокатской деятельности. Да, знаю. Но сегодня это невозможно. Вы обязательно должны пойти. Во сколько? В 16:30. Хорошо. Постараюсь как-нибудь успеть. Ты в порядке? В полном. Мне нужно поехать на работу. После встречи с Дервишем жду тебя в офисе. Дела. Дервиш всего лишь посредник. Не нужно волноваться. Не волнуйся, тебе там ничего не угрожает. Ты должна с ним увидеться наедине. Я тоже так делал. В противном случае, я бы тоже пошел. Я был бы рядом с тобой. Знаю, спасибо. Увидимся. Ты выглядишь напряженной. Если не хочешь этого делать, мы можем найти другой путь. Я не напряжена. Просто стараюсь действовать, не паникуя. Хорошенько все обдумывая.
тому же, разве есть другой путь, брат? Ну, хорошо. Я еду к отцу. Он тоже должен знать о происходящем. Брат, пожалуйста, доверься мне. Все, что я прошу, быть со мной рядом и поддерживать меня. Все и так настолько сложно. Я рядом. Я и так рядом. Но дело не в доверии к тебе, дела. Столько лет не только папа, мне никто не доверяет. Я никому не смог себя показать. Видишь, даже Бихрам Адевар за столом хочет видеть тебя. Спасибо папе, меня стерли из списка. Брат, не говори ерунды. Ничего такого нет. Но будь уверен, я сяду за этот стол непривычным и незнакомым ни для кого образом. Поверь мне. Этот Бихрам еще не знает меня, но теперь узнает. Прости, я села на твое место. Проходи. Ничего, неважно. Ты написала статью? Те записи ничего не доказывают. Я буду искать продолжение. Я могу подсказать тебе продолжение. Мы видим, как твой брат выходит и садится в машину моего брата. Через полчаса после этой видеозаписи моего брата находят за 8 километров от ресторана убитым рядом со своей машиной. Давай будем еще более точными, Кумру. Твой брат убил моего брата. А вот. Мне всего лишь нужно время для расследования, вот и все. Я напишу статью о том, кто убил шерефа Дагестанлы. Послушайте, госпожа Шермин, я выбрала эту профессию для расследования элементов мафиозного мира. Все, кто прислуживает этому темному миру, тема моих статей. Не переживайте. Как замечательно. Но я хочу тебе напомнить, что у тебя немного времени. Мне очень жаль, но мы не можем выдать вам кредит. А другого способа нет? У вас нет постоянной работы, нет постоянного стабильного дохода. Сожалею, извините. Понимаете, мой сын в очень тяжелом положении. Я должна найти ему эти деньги. К сожалению, мы не можем вам помочь. Поняла вас. Благодарю. Брат? Да. Дело решено, у Картала больше нет долга перед страховой компанией. Отлично. Я еду к отцу, хорошо? Ладно? Где-то в половине третьего. А? В половине третьего выйду оттуда и спокойно поеду в мастерскую. Да, именно так. Приблизительно в половине третьего сообщи полиции о том, что в мастерской Картала есть запрещенные препараты. Хорошо? Джихан! Привезли зерно для перевозки? Нет, брат. Я думал, что ты в курсе. Нет, друг, нет. Ясно. Это дело не будет легким. Подождем. Есть проблема, брат? Еще какая, но пока не стоит об этом говорить. Ладно?
Ладно, брат. Ты куда это? Ты сказал, что не стоит об этом говорить. Я решил не спрашивать. Хм. Имя нашей проблемы — Дела. Дела Бельгин. Человек, которого ты посадил... Да, она его дочь. По-твоему, мафии управляют одни мужчины? Госпожа Дела объявила себя Аль Капоне в юбке. То ли ты шутишь, то ли ты всерьез говоришь, не могу понять. Мой пример показался тебе смешным? Ты хочешь ясности, хочешь объяснений? Ну, было бы хорошо. Ладно. Тогда знай одно. С этой перевозкой будут большие проблемы. Их создаст нам Дела. Не знаю, что она сделает, но она обязательно сделает. Она хочет, чтобы в игру вошли другие. Кто-то из вышесидящих. Бехрам Адевар. Если дела пойдут не так, то мне это дорого обойдется. Что такое? Ты пришел сказать: папа, видишь, я был прав? Сожалеешь ли ты о том, что не послушал меня с самого начала? Да, сынок? Ну, говори. Это твое право. Выскажи мне все прямо в глаза. Давай, скажи мне, что я глупец, который не послушал своего сына. Я человек старых нравов. У меня старые ценности. И я действую согласно им. Он мог меня пристрелить, но не пристрелил. Хм. Этого было достаточно, чтобы я ему доверял. Мне нечего сказать тебе, папа. Теперь уже очень поздно. Я прав, да. Но я очень несчастлив, что оказался прав. Для меня нет смысла говорить «если бы». Но, наверное, ты говоришь «сожалеешь», да, папа? У тебя еще есть время, чтобы понять меня, сынок. Но я сильно опоздал, чтобы понять тебя. Папа, мы оба знаем, что рано или поздно ты отсюда выйдешь. Это немного сложно. Бехрам больше меня не защищает. Он не вмешался. Он оставил меня одного с моими ошибками. Поэтому мне будет сложно выйти отсюда. Бехрам Адевар. Сегодня Деле пришло приглашение. Что? Этого не может быть. Но случилось. Дела поехала на встречу с портным. Ах. Дела, что ты сделала? Согласилась? У нее не было другого выбора. Али. Али, они что-то вам сделали? Говори. Что? Что пытается сделать этот человек, папа? Пытается собрать стол с новыми игроками. Хочет сказать, что не забыл про мой долг. А почему дела, папа? Почему дела, а не я? Не знаю. Не знаю, но у него непременно есть конкретное намерение. Али, мне срочно нужно увидеть Делу. Это немного сложно. Эти два дня она будет занята.
Что? В эту сторону. Я и так сюда шла, спасибо. Ладно, давай, показывай. Что? По лестнице? С ума сойти. Ребята, вы что, шутите? И? Что? Не понимаю, нормально скажи? Мне идти? Что мне делать? Что за загадочность? Мальчик, скажи что-нибудь. Ты что, язык проглотил? Все как на подбор. Невероятно. Господин Дервиш? Добро пожаловать. Присаживайся. У вашего босса очень странные методы ведения работы. Это мои методы. Так удобнее. Да, и еще. Я сам себе босс. Хорошо. Я хотел встретить тебя по-особому. Сюда впервые приходит женщина. Точнее сказать, Бихрам Адевар впервые выбирает женщину. Будешь чай? Дела вынуждены осуществить перевозку. Что ты говоришь, папа? Нам что, продолжать работать с Кузгуном? Дела права. Ее правота не поможет остаться в живых. Ради Аллаха, кто такой Кузгун? У нас что, нет других людей, с кем мы могли бы осуществить перевозку? Он – мое наказание. Ты его подпустил к делу, и он справился. Если его звезда будет продолжать блистать, ты понимаешь, что это будет значить для нас, папа? А дела что говорит? Ты что, объявил делу защитницей семьи, папа? Если Бихрам Адевар выбрал ее, то мы ничего не сможем сделать, сынок. Время вышло. Хорошо, еще пару минут. Я сказал, время вышло. Что говорит дела? Она сказала Кузгуну, что больше не будет с ним работать. Вероятно, она сейчас передает послание Бихраму Адевару. Скажи Деле. Скажи Деле, что бы она ни сделала, нужно сделать так, чтобы не навредить ни Бихраму, ни поставке. Ты понял? Понял, Али? Понял, сынок? Понял, Али? Почему я здесь? Ты здесь, потому что ты кандидат. Потому что ты дочь Рефата Бельгина. Ты можешь получить одобрение на то, чтобы продолжить крутить колесо, за которое в ответе твой отец. Что мне надо делать?
Будешь перевозить наркотики, оружие, будешь убивать людей. Будешь сидеть за темным столом, чтобы остаться в живых. Правила этого мира просты. Только чтобы следовать им, нужна целая жизнь. Да, и еще, делая все это, самое важное не предавать Бехрама Адывара и людей, с которыми будешь сидеть за одним столом. То есть людей, с которыми Бехрам заставит меня работать? Твой отец и Шереф не любили друг друга, но они много лет были партнерами. Даже Бехрам попросил у них укрепить отношения семейными узами. Как это? Это Бехрам захотел, чтобы Шермин и мой отец поженились? Эти дела делаются так. Ты должна безукоризненно играть роль, которая тебе прописана. Ты обязана стать человеком, которого он хочет видеть. Минуточку. Как это? У меня что, нет права выбора? У твоего отца не было права. У тебя тоже нет. Место, которое осталось пустым после твоего отца, кроме тебя, никто не заполнит. Только вот процедуры, связанные с тобой, еще не завершились. Минуточку. У меня в голове на самом деле все запуталось. Кто вы? Я всего лишь посредник. Бехрам Адывар через меня передает информацию людям, с которыми он будет работать. Если он подтверждает кандидатуру, то просит меня сшить для этого человека костюм. Слишком заботливый. Для меня тоже впервые сшить костюм для женщины. Если, конечно же, он подтвердит. Если ты пройдешь испытание Бехрама Адывара. Что мне необходимо сделать? То есть для испытания? Работать по старой схеме. Если, как и раньше, деньги будут течь рекой к Бехраму Адывару, то значит нет проблем. То есть дела, Бельгин. Чем раньше ты адаптируешься, тем лучше. Твое первое испытание завтра вечером. Он хочет, чтобы ты завершила перевозку зерна с теми же людьми. Нельзя. Перевозка осуществится. Как я поняла, у меня нет другого выбора. Нет. Но Кузгун Джибиджи не будет поставщиком. Личная неприязнь к человеку не имеет никакого значения. Имеет. Мне бы не хотелось часами рассказывать вам причины. И Бехраму тоже. Но раз вы посредник, прошу вас, передайте ему. Я не стану выполнять это дело с тем, с кем он хочет. Во-первых, ты не выпила чаю. Во-вторых, ты сделаешь это дело, а у тебя нет иного выбора. Твоя семья и компания были пойманы за то, что занимались контрабандой наркотиков. Вы под наблюдением. Полицейские летают над вашими головами. Вы нуждаетесь и в Кузгуне, и в этой подставной компании. Делай дело, потом еще раз встретимся. А если не сделаю? Тогда вы выплатите свой долг Бехраму Адывару в ином виде. Своей жизнью? Не исключено. Я бы сказал, 100%. Алло, где ты? Вышла? Я пока что кандидат. Чтобы получить одобрение, я должна осуществить перевозку. Да еще и с Кузгуном. Что сказал папа? Как он? Бессонный, скорбный, уставший. Я ему сообщил новость, но толком не смогли поговорить. За ним пришел надзиратель. Лучше ты мне скажи, что ты собираешься делать? Ты сдержишь слово или заберешь сказанные Кузгуну слова назад? Ты подожди пока. У меня на уме есть кое-что. Хорошо. Дела сделает все возможное, чтобы помешать этой поставке. Она пытается избавиться от меня.
Хотя и сама не знает, что делает. Все, что делает, делает из-за тщеславия. Она хочет встать передо мной и сказать: «Я же тебе говорила». Значит, у нее есть чувства к тебе. А у тебя к ней, я правильно понимаю? С чего ты это взял, парень? Ты злишься, стискиваешь зубы, а после начинаешь смеяться. Ты немного запутался. Тебе нужно во всем разобраться. Ты же знаешь, не все чувства к добру. Знаю. Я это называю пространственной пустотой. Тщеславие, гнев. Да еще и любовь. Учащается пульс человека. Если пульс участился, это не к добру. Где-то обязательно подведет. Обязательно. Сразу видно, что ты выпускник Дервиша. Пульс, пульс. Мы все-таки подготовимся к перевозке. Бомба обязательно взорвется. Главное, чтобы не в наших руках. Я хочу посмотреть данные регистрации смерти шерефа Дагестанлы. По какой причине? Куда в него стреляли, откуда и за какое время привезли. Наряду с полицейскими протоколами должна изучить это. Еще хочу вам сказать, что работаю в газете, которой владеет Шермин Дагестанлы. Может, это вас убедит? Хорошо. Прошу. Спасибо. Господин Бара, пришла девушка, работающая в газете госпожи Шермин. Она попросила данные о смерти вашего отца. Чтобы не вызвало никаких подозрений, мне пришлось отдать. Давайте я предположу. С рыжими волосами. Да, господин. Я вам перезвоню. Вы ей отдали папку с процедурами, да? Да, там нет ничего, кроме регистрации пациента. Никто не сможет добраться до данных аппаратуры в реанимации, не волнуйтесь. Почему ты захотела встретиться здесь? Так надо было. Ты уверен, что за тобой никто не следил? Да, госпожа Дела. Миссия успешно выполнена. Бехрам хочет, чтобы перевозку зерна я выполнила с Кузгуном. То есть с той же командой. Он не хочет рушить систему, в которой находишься ты и Кузгун. Но я не буду работать с Кузгуном. Дела. Ты сейчас должна делать только одно – придерживаться этого порядка. Я не смогу разрушить систему, которую я не знаю. Поняла? То есть ты не со мной? Играть в игру по правилам набивает руку. В записке сказано, что зерно должно быть доставлено на склад Кузгуна. Согласно нашему уговору с Бехрамом Адеваром, я должен делать так, как хочет он, по крайней мере сейчас. Я должен отправить товар к нему на склад. Товар и так будет отправлен на склад Кузгуна. То есть ты выполнишь свою работу. Но Кузгун не сможет его доставить. Он не справится с работой. А этот Бехрам поймет, кто должен остаться вне дела. Я не буду работать с Кузгуном, Бора. Что случилось, начальник? Это облава. Что еще за облава? Господин начальник, какое отношение я могу иметь к облаве? У нас ордер на обыск. Поступила информация, мы должны провести обыск. Начальник, послушайте, это какое-то недоразумение. Это никак не связано со мной. Даже если что-то найдется, я не имею к этому отношения.
Начальник, здесь ничего нет. Начальник, все чисто. Ложная тревога. Можешь успокоиться. Доброго дня. Это я вчера сказал, чтобы все убрали. До меня дошла новость о поступившей жалобе. Кардал, я не собираюсь впутывать тебя в неприятности. Наоборот, хочу тебе помочь. Я хочу, чтобы мы построили дело на доверии. Твой долг страховой компании уплачен. Почему ты это делаешь? Потому что в тебе есть то, чего нет в людях, окружающих меня, Картал. То, что я разглядел в тебе, ты не видишь в себе. Твой брат это не увидел в тебе. И ты сам пока этого не видишь. Ты пытаешься приблизиться ко мне, чтобы навредить брату? По-моему, твой брат может себя защитить. Картал, пойми это, потому что ты постарайся себя защитить, хорошо? Я всего лишь хотел отблагодарить тебя за твой труд, вот и все. Я расплачусь за это. Я не останусь перед тобой в долгу. Мне на самом деле хватит, что ты придешь, когда станешь доверять мне. Я пошел. До свидания. Проходите. Спасибо. Я сняла копию этих документов, чтобы над ними поработать. Кстати, вы не видели мой телефон? Никак не могу его найти. Может, он остался здесь? А, я забыла его тут. Отлично. Я взяла. Спасибо. Господин Бора, пришла девушка, работающая в газете госпожи Шермин. Она попросила данные о смерти вашего отца. Чтобы не вызвало никаких подозрений, мне пришлось отдать. Да, господин. Да, там нет ничего, кроме регистрации пациента. Никто не сможет добраться до данных аппаратуры в реанимации. Не волнуйтесь. Госпожа Дела, вы должны были поехать в коллегию для оценки жалобы. Ну, как там дела? Я только приехала. Созвонимся. Хорошо.